Вау, хей, йоу, ребят, сегодня мы будем снимать такую необычненькую реакцию. Короче, сидел я на кроватке и решил, а почему бы не запустить такую рубрику на канале, снимать реакции на старые песни. Во-первых, это будет круто, а во-вторых, прикольно. Ну что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, а сегодня у нас... Первая на очереди песня называется «Винни-Пух». Вы просто не представляете, как я ее нашел. Я ее еще не слышал, вообще не слышал. Нашел ее очень странным образом. Короче, только я придумал, что можно было бы снять реакцию на старые песни. Зашел, короче, на ютубчик, и здесь мне в рекомендациях выбивает вот эта песня. Ну это просто, не знаю, такое совпадение крутое. Ну что ж, давайте не будем медлить, усаживайтесь поудобненько, врубайте наушники и погнали слушать. Не знаю, крутая она будет или нет, но затянем. Ну пока что нормально, бочечка такая прям тус-тус. Раскачивает. Веселідіт по той бік екрану не злазить з дивану, побачили Вінні. Ребята, у нього очень крутой голос. Очі невинні, опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, круто, реально круто. І безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. Тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо, обурений досі, калючки у носі. Ребят, это просто, я не могу передать почему, но вот эта песня просто переносит, во-первых, в детство, а во-вторых, она прям... Такая добрая, не знаю, но прям добротой, так очень крутая, короче, очень добрая песня. В моїх сідницях синці від рушниці, якби не вау, вау, рожен... у меня просто одно вау, очень добрая песня, не знаю, как объяснить это, но веет, короче, добротой, вообще очень классно. Без нього б пісня була не складуха, а я лише хотів... Тебе привітати повітряну кулю, очень круто, очень. І безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я. У него очень добрый голос, прям, я не знаю, как это объяснить, но у него очень добрый голос, это во-первых. А во-вторых, она прям очень круто раскачивает, и раскачивает прям не так, что тебя рвет, ты прям такой, да, а прям так спокойненько раскачивает, так спокойно на душе, очень крутая песня, не знаю. Кстати, субтитров на русский здесь нету, поэтому, ну, мне кажется, даже если человек не понимает слова, все равно... Песня йому понравиться. Небо, я скоро повернусь, ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером, якогось осла привезли на зйомки, той хвіст загубив десь у лісі у йомках, а я лише... Я так понял, эта песня в честь мультика Винни-Пуха была написана, потому что... Да! Ще хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену-зелену, і безвозмездно. Я думал, это просто такое название, типа, вау. Подарувати порожній горшечок із запахом меду, а я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Вот это было неожиданно.
привітати. Вот это круто, ребят, вот это в конце вообще замечательно. Ты пришел, ты спеши мне горшок, хорошо. Вот это круто. Это конец? Все? Блин, очень быстро кончилось, хотя песни 3 минуты просто. Это очень длинная песня, потому что сейчас такие не делают. Сейчас максимум там 2 минуты, это максимум, а 3 минуты это уже заната, но... Этих 3 минуты пролетело прям мгновенно. Песня очень крутая, ребят. Ставлю однозначно лайкосик. Я ее однозначно скачаю. Вот 100% скачаю, потому что она прям, во-первых, раскачивает, а во-вторых, она такая добрая. Я не знаю, как это объяснить. Вот реально не знаю. Типа, голос, наверное, добрый или мелодия. Ну, просто она очень добрая мне показалась и переносит детство. Очень крутая песня. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Пишите в комментариях, понравилась ли вам песня, снимать мне и дальше реакции на старенькие песни. Ну, это не старенькая песня, вот 2018 года. Это не очень старенькая песня, но все же 5 лет песни. Это нормальный такой срок. Ну что ж, всем хорошего настроения. Увидимся в следующей реакции. Всем пока!